Данила. Здравствуйте. Готов на себя почку поставить? Две почки. На себя? На себя. Да ты смелый парень. Ну, мы будем стараться. Данила Мурадов, Алексей, да? Евгений Невский. Вырежешь что-то, да? Вот этот глупый вопрос мой. Поприветствуем, ребят, свадьбу! Ой, свадьбу! Свадьба как проходила после! Свадка 5 минут, сейчас я найду... Обязательно! Проигравший для проигравшего. Конкурс с бутылкой. Схватка 5 минут! Submission only, правила разрешенные по синим пурпурным поясам IBJJF. Поехали, работаем! Банков! Oil check сегодня. Ой, ой! Ковер самолет. Стоп, замерли. Давайте, тащи. Запомнил, как. Давайте, тащите, а то. Прижмись, как было. Прижмись, как было. Все как было. Да. Все как было, да. Молодцы, ребят. Окей. Поехали. Намек на то, что вы мешки. Они будут мало двигаться. Да, они в курсе. Что вас надо было всем собраться, короче, блядь, друг за друга. Никогда еще на соревновательном татами не было одновременно столько человек. Кроме турниров Титан. Соревнования вырежем. Челлендж здесь выходит. Это потом. И судья, бля, куда смотрит? Сейчас видите, кто знакомый в судью, они первые ставят.
Магазин Fight Fee предоставил нам эти шикарные маты, а это шикарное кимоно мне предоставила фирма Codex. Большая интрига. Неожиданное судейское решение. Я вот... Давайте, судьи, кому бы вы отдали победу в этой схватке? Неожиданно. Покажи все солнце. Давайте, я вам что-то подниму. Поднимаю руку тому, кто остался. А ты же за молодых боролся? Да, мне 25. Твою мать. Победил молодость. Попытала тебя. А выглядишь на все 35.